Всем привет, это Негодяй ТВ, это я, Жека Ширяев. И я решил, что не буду делать монтажа в этом выпуске. И я уже это решил второй раз. То есть мы уже начинали снимать, я понимаю, что полное говно получается. И я говорю: Андрюха, вырубай шарманку. Но сейчас нет. Все, я собрался, сука, с мыслями. И я буду работать, но без монтажа. Не будет этой музыки, этой пам-пам, которая меня уже бесит самого, этот музон просто галимый. Поэтому все по-настоящему, вот вы все видите. Здравствуйте, можно с вами поговорить на тему очень интеллектуальную? Я буду задавать вам вопросы, платить за это деньгосы. Круто? Круто, но, пожалуй, нет. Вот видите, да, это нихера не легкая хрень, потому что народ не часто вписывается в эти всякие штучки, дрючки, поэтому уговаривать приходится каждого. А в монтаже, конечно, я монтирую 8 часов минимум. Минимум 8 часов я трачу на монтаж, всех это вырезаете, вопросики, этот музончик, это там вот этот мне где ТВ, вся эта хрень. Нахрен не буду монтировать сейчас ничего. Здравствуйте. Да? Поговорим немножко? Извините, я навстречу опаздываю. А, хорошо. Видите, у людей разные дела. Кто-то навстречу опаздывает, кто-то там еще чего-то там. Ну, просто смотрите, как это происходит. Дружище, привет. Поучаствуешь в нашей мега-крутой рубрике под названием «Тупой еще умнее»? Да, попробуем. Класс. Ну, да, бывает так, что прям бац и все. Смотри, я вопросы задаю. В этот раз я задаю 3 вопроса. Ответишь правильно, 5-катку плачу. Допустим, попробуем. Сколько тебе лет? 20. О, это прекрасно. Говорится, чем, как говорится, моложе, тем и, как говорится, кто написал «Мастер и Маргариту»? Это мужик. Я знаю, что мужик. «Мастер и Маргарита». Видите, как он долго думает, да? А я всегда вырезаю, когда долго думают. Поэтому все быстро, динамично происходит у вас. Салтыков-Щедрин, кажется. Салтыков-Щедрин. Неправильно. Вопрос. Да все, рубрика закончилась. Неправильно. Я уже не серьезно. Помню. Булгаков. Булгаков. Ну, чао. Давай. Чао. Конечно, мы торопимся, потому что в видосе должна быть динамика. Должно быть все динамично, быстро, молодежно. Бро, привет, полялякаем? Иди сюда. Насчет чего? Ровно за минуту ты сейчас можешь срубить 5-каточку. Поехали. А каким образом? Вопросики задают, ты на них отвечаешь. Угу. Вопросы очень сложные, поэтому тебе понравится. Ты готов? Давай. Так, поехали. Национальный танец греков. Тири-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ми-ти-му-ти. Хочешь, станцуем сейчас с тобой? Да нет. Давай станцуем. Вот смотри, так, чпокс. И там тути-пути-кути-кути-дути-тути-тути-тути. Не знаешь? Mm-mm. Сиртаки. Mm-hmm. Пока. На самом деле, какого хрена я говорю правильное название? Пускай для вас это будет тоже интрига, чтобы я еще раз задал этот вопрос кому-нибудь. Так, давайте для тех, кто следит за моим творчеством с самого начала, а может быть, не с самого начала, расскажу. Я начал все это искусство в апреле 2018 года. Я снимал различные видеоролики на разные темы. В итоге остановился на этом контенте. Знаете почему? Почему именно на этом контенте? А потому что YouTube, сука, подхватил этот гребаный контент. Ему он очень нравится, и YouTube продвигает эти ролики, и каждый ролик за 100 тысяч просмотров перелетает. Вот так вот фартануло, сука, и поэтому я леплю сейчас только вот такой контент. Также было... Ништяк, музончик, ребята, спасибо. Ништяк. Подкинули, какие-то гэнгсты подкинули нам немножечко музончика. Короче, пойдемте, он нас отвлекает нас. Короче... Ладно, потом расскажу. Пойдем. Нам нужно контент. Нам нужно... Да, бро, это мы успеем еще сделать. Не указывай мне. Время заполняем. Привет. Побазарим на камеру? Нет. Почему? Окей, расскажешь. Привет. Негодяй ТВ. Негодяй ТВ, здорово. Офигеть, иди сюда. Давай, вопросики. Да, вопросики, бабочки. Да. Смотри, у нас сегодня эксклюзив, новогодний выпуск. Я не делаю монтаж ни хрена вообще.
Нет, вжало. Ладно, друг хорошо. Не подсказывает. Ладно. Так, три вопроса. У нас по-другому. Три вопроса и пятихатка, короче, будет. Окей. Все по-другому. Все по-другому сегодня. Не подглядывай сюда. Так, поехали. Самая маленькая птичка. Калибр. Не подсказывай, калибр. Я вижу, я смотрю я на него. Знаю. Молодец. Есть Герда, пацанчика как зовут? Герда и пацанчик. Да, я Гарда называю эту курву. Гарда. Как пацанчик зовут? Как Метова. Понимаешь? Нет. Гард может. Нет. Мы давай. Идем дальше. Нету монтажа, все очень лайф. Лайф у нас, брат. Давай, давай, пока. Здравствуйте. Я лев, я царь зверей, Так, мы идем дальше. Также расскажу вам, ребята, о том, что когда я начал все свое искусство, и повторюсь, я уже говорил это предложение, я заявил прям всему миру о том, что до Нового года, вот до конца 2018 года у меня будет 1 000 000 подписчиков. Какого хрена, ребята? Мне кажется, что у меня сейчас не 1 000 000 подписчиков, а больше. Моя рожа светится на канале Вджобователи чаще, чем здесь на канале Негодяй ТВ. Поэтому, сука, у меня 2 600 000 с хером тысяч подписчиков. Крутой я парень, ребята. Я отвечаю, сука, за свой базар. Кто здесь? Сейчас, конечно, должен быть музон какой-нибудь. Музон крутой. Я такой, я лев, я царь зверей, я лев. Классная песня вообще, ребят. Послушайте. Послушайте на досуге. Ну, мне кажется, подинамичнее, да, получается? Динамика же нужна, брат, понимаешь? Вот для чего я монтирую, вот часами сижу, чтобы была динамика. Там этот тыц-тынц, этот музончик, этот, вот это вот, там вот эти переходы, так тык-тык-тык, все быстро там увеличивается. Девчонки, давайте пообщаемся маленько. Я вижу, вот вы моя целевая вот аудитория. Смотрите, вопросы задаю легкие, за ответы плачу деньги. Супер. Отвечает кто-то один из вас. Кто? Тем более. Поехали. Вопросы разные, специально, чтобы вам было интересно. Все для вас же ведь стараюсь. Итак. Чувак предыдущий не ответил на этот вопрос. Есть Герда, а есть другой мужик. Ее ковбой там или кто там они, родственники, не знаю. Герда. Что Герда? Ну вот есть Бабина, Герда ее зовут. Да. Ну. А чувак-то кто с ней все время? Молодец. Молодец. Все правильно. Смотри, имя мужика, который завалил Пушкина. Оу. Нет, что? Что? Дантес. Да, его убили. Дантес. Дантес. Молодец. Последний вопрос. И твоя Петя. Ты молодец. Кто? Как ты обозвала меня? Тебе не стыдно? Да. Итак, смотри. Выберу сейчас тебе что-нибудь полегче. Кого левша подковал? Бабаху. Молодец. Сколько тебе лет? 13. 13 лет, чертята. 13 лет, посмотрите, что творит. А есть Петя сдача у тебя? Какая? Пятихатка есть? Нет? Нет? На, держи. Серьезно? Серьезно, все, давай. Класс, чтобы глаза мы тебя не видели. Решили меня раскулачить, блин, сегодня. Здорово, бро. Может, на первом этаже прогуляемся? Что к чему вообще? Мне там больше нравится. Че, сколько там мы уже минут-то все это херачим? 9 минут. Сука. Обычно, когда вот происходит все это по-настоящему, где я делаю монтаж, у меня где-то 1:30, 1:50 материала, и вот из 1:50 я должен состругать 10-минутную какую-то фигаську, которую вы смотрите с превеликим удовольствием. Короче, еще прикол в том, что до этого я второй раз начинаю вот эту вот серию, где я без монтажа все херачу. Ну и вот. И я уже раздал там деньжат, и поэтому у меня остался косарь, сука. У меня больше налички нету, косарь, сука, остался. Поэтому надо всех валить, ее сложные вопросы всем задавать. Да, вы все видите, как происходит на самом деле. Я не шучу, не обманываю.
Так, ну чё? Как он быстро, да, проскочил. Еще расскажу вам секреты. Обычно, когда я ищу физиономии, которым буду вопрос задавать, я выбираю молоденьких, молодых. Почему? Потому что молодые ни хрена не знают. А зачем мне это нужно? Чтобы они тупили и тормозили. А нахера нужно, чтобы они тупили? А для того, чтобы вам было интересно смотреть. Хитро. Все секреты. Все секреты моего контента люблю прямо сейчас. Сейчас были лайфхаки от негодяя, да? Да, лайфхаки были. Здорово, мужики. Здорово. Поговорим? А? Пообщаемся? Насчет очень серьезных тем вообще. Каких серьезных? Насколько серьезных? Очень серьезных. Давайте только в сторонку отойдем, чтобы никому не мешать. Чтобы нас никто не подслушивал. Давай вот сюда, где написано «Внимание». Вставай сюда. Ты напряжен. Почему ты так напряжен? Странная ситуация. Какая ситуация? Ко мне подходит бородатый мужик. Ну? Смотрит на меня таким пристальным. Какими глазами? Мощный. Ну, смотри, ты не один, ты с товарищем. Он тоже мощно у тебя выглядит. Вы, если что, дадите мне отпор? Конечно. Да? Накепайте мне? Да нет. Нет? Вдвоем не накепайте мне. Почему? Не знаю. Короче, ребята, смотрите. У нас все очень серьезно, потому что я ни хера не буду делать монтаж. Что я делаю вообще? Я задаю вопросы, за ответы плачу бабосики. Да? Сейчас просто я меняю концепцию полностью. Как было до этого, будет по-другому. 5 вопросов. Правильно ответил, получаешь косарь. Договорились? Давайте попробуем. Ты не подсказываешь, окей? Все, поехали. Как учился в школе? Не важно, на самом деле, вообще не важно. Сколько тебе лет? 19. А это уже важно. Так, поехали. Смотри, похищенная Зевсом девушка, именем которой названа часть света. Похищенная. Чуете, да? Вот, чуете, такая пауза. Она может продлиться до хера времени. А сейчас нет монтажа, ребята, терпите. Какие есть мысли вообще? Как звали эту Чучундру вообще? Кто она по жизни была? Я, в общем, понятия, честно. Ладно, тут есть подвох, часть света. Гваделупа! Может же быть Гваделупа? Может. Но не Гваделупа. Ладно, бро, давай еще 5 секунд тебе на размышление. Не отвечаешь, все, мы идем дальше. По глазам вижу, ты знаешь ответ. Не знаю. Знаешь эту песню? Я царь свирей, эй! Я лев, и я очень упрямый. Не знаешь? Нет. Крутая песня. Ладно, ребят, давайте, короче, мы пойдем. Спасибо. Спасибо большое. Слушай, эта песня просто меня вот заела, не могу. Ну, хорошая песня. Уходим, тут охрана. Мы не договаривались о съемке, уходим. То сейчас будем лясами точить с охраной, блин, все это время. Так, я не понял, что это за съемка здесь. Нельзя снимать здесь вообще. Никаких съемок нельзя, чтобы было делать. Понимаешь? Понимаю. Мы тут отвечаем за порядки вообще здесь на районе. Поэтому прячем камеру, чтобы больше такого не было. Хорошо? Да. Все. Все. Прячем куда-нибудь в портфель, прячем. Я же не шучу. Первый вопрос. Готов-то? Вот техническая сейчас какая-то хрень, не переворачивает вот. Не переворачивает ни хрена здесь вот эта вот вся штуковина. Поехали. Главный натурщик Айвазовского. Ну, это легко, брат. Нет, это как на кончиках пальцев. Мне нравится на кончиках пальцев. Айвазовский, что он рисовал в основном? Знаешь, что мужика? Да. Кто он по национальности? Армянин. Я царь твери. Ну. Вот всегда смотрел такие видео и думал, как ребята не могут... Ладно, бро, на самом деле, я опять-таки повторюсь всем. Вопросы, которые я задаю, это не то, чтобы там вопросы какие-то легкие или сложные. Это та хрень, которую тупо знаю я. Ну вот я это знаю, там откуда-то увидел случайно, прочитал. Поэтому я это задаю. Мне насрать, что это сложно, либо просто, честно говоря, насрать. Но ты хороший человек. Как тебя зовут? Никита.
Валера, сейчас я тебе задам другой вопрос. Забыли про это. Давайте. Поехали. Так, я этот вопрос уже задавал, но тебе задам еще раз. Есть Герда, а мужика как звали этого? Пацанчика. Щенка этого. Вместе с ней они те розы эти растили. Пришел советник от королевы, этот снежный, этой курвы. И все, увели пацана. Я про Герду и про ее вот этого маленького хмыря, которого похитили. Тоже не знаю, по что. Какая Герда? Все, это самое, съемка прекращена, все, прекращай съемку. Чего вы пасетесь здесь? Фоточку. Давай сфоткаемся, давай только еще вопросы позадают себе, короче, теперь. Мне? Да, отлично. Отлично. Чем ты покрасил эти волосы? Это модно. Слушай, я не спрашиваю тебя, модно это или нет. Чем это было покрашено? А чем? Обычной краской, гуашью. Первый вопрос уже есть, осталось 4. 4. 4. Получишь ты щенку, правила изменились. Нормально я придумал. Итак, летим дальше. Не слышали эту песню, да? Ну, понятно. Так, H2SO4. Что это? Спирт? Нет, стоп. H2S. Сегодня я мега не хочу подсказывать, потому что у меня ловышки такой косарь, знаешь, остался сейчас. H2SO4. Как лимонка. Лимонка? Как лимонка. Лимонная кислота? Нет, я тупой. Да, брат, ну что ты тупой? Ну забыл, понимаешь? Нет, это вот не лимоны. Я не буду говорить ответ, потому что я этот вопрос еще кому-нибудь задам, понимаешь? Mm-hmm. Ну поэтому сегодня, ну, без монтажа херачим, я же тебе говорю. Что, фоткаться? Давай сфоткаемся. Это серная кислота была? Сука, ну что ж ты палишь-то все? Теперь я вопрос этот не буду задавать, потому что ты уже сказал. Серная кислота, серная кислота, да. Давай фотку, бубените, все. Ну и что ты смотришь? Это... Ой, так, стоп, стоп. Сейчас начинается движуха, короче. Видишь, мужик подошел, да. Блядь, ну что такое? Здравствуйте. Мы поснимаем. Да мы блогеры, влогеры, ютуберы, не ютуберы. Вопросы людям задаем вообще. У нас есть пресс-служба, пожалуйста. Да? Да, как вы думаете? А можно мы поснимаем? Нам осталось 10 минут. Мы все одним дублем фига. А кто вы, кстати? Я начальник охраны. Пожалуйста, пресс. А вот кажется, пришел ваш телохранитель, да? Пожалуйста. Мужчина, почему можно мы поснимаем? Мы как бы ничего плохого не делаем. Ну что за честный вопрос? Вот, пожалуйста. Не пожалуйста. Ну ёкали бабай. Телефончик мы вам дадим, звоните, договаривайтесь. Можно три вопроса вам? Выключите, пожалуйста. Я вам не разрешал себя снимать. Выключите. Ладно, все, мы идем снимать тогда. Выключите. На... Можно мы поснимаем, ребят? Я же не вас снимаю, я снимаю. Да, мы слышим, но мы не можем выключить, потому что если мы выключим, то нас посадят. Не понял. Серьезно, у нас вот очень все серьезно с этим, потому что мы заявили всему, ну, вот этому ютубовскому миру о том, что будем снимать без монтажа. А мы только начали это делать, и если эта концепция произойдет, то придет Никитин Володя и всех нас накроет. Я вам серьезно говорю, у меня самого сердце обливается, разрывается из-за этого. Вещи мне рассказываете. Поэтому дайте нам минут 7-5, пожалуйста. Я вас моляю, и мы убежим, как бы соскочим, все профессиональные съемки. Да это не профессиональная, это вообще у него стоит она 3 рубля, вот эта камера. Понимаете? Понимаем все. На самом деле, по закону можно снимать все, что угодно. Но мы не хулиганим, мы же здесь не хулиганим. Выйдите из комплекса, снимайте, что хотите. Да вообще почему? Снимать все, что угодно. Я снимаю его, понимаете? А вы на меня вот сейчас напираете, я снимаю, что вы не ударили нас. Давайте так, смотрите. По закону мы можем снимать все, что угодно и где угодно. Вы идете ко мне, вы не подходите ко мне, я не буду вас снимать. Короче, Качалова с охранниками – это ужасная вещь, на самом деле. Это, ну, всегда неприятно и незаконно с вашей стороны, на самом деле. Незаконно? Незаконно. Покажите нам закон. Незаконно, реально. Мы с вами хотим нормально договориться, потому что нам… Мы не пранки снимаем, мы не хулиганим, мы не писаем, не какаем. Мы общаемся с людьми еще и на интеллектуальные, адекватные темы. Это мой канал в Ютубе. Это мой канал в Ютубе. Все просто очень. Давайте, заканчивайте. Все, мы заканчиваем. 5 минут дайте нам, и все. Ну, мы не хотим вот это ругаться сейчас, хулиганить. Спасибо. Все. У нас есть 1 минута. Братишка, нам дали 1 минуту. Ну, а вы что пристаете к людям? Пристаем? Да. Как я пристаю? Ну, это так получается, да? Вы пристаете. То есть вы считаете, что я к ним пристаю? Ну, конечно. Блин, ну вот...
Ну так же не делайте, вы чуть ли не за руки хватаете. Вы мне дали одну минуту. Нет, я не об этом разговариваю. Смотрите, мой контент сейчас не о вас, а вы, получается, сейчас вот просто забираете весь мой эфир. Я заявил всем, что я не буду монтировать видос, блин, получается, что нас только трешь-мнешь вот с вами, блин. Так это неохота делать. Придется нам 20 тысяч за рекламу заплатить, за то, что мы вас тут рекламируем. А тебя слышно будет, что ли? Вы кому говорите? Вы же тут пытаетесь в эфир наш лезть. Короче, мы, смотрите, давайте я вам расскажу историю. Мы подходим к молодежи лет по 18, по 19 в основном. Задаем школьные вопросы. За них мы платим денежку. Это наш контент. Ну, понимаете? Мои-то какие проблемы? Вы понимаете, есть порядок. Это ваш порядок, но закон не на вашей стороне. Потому что я могу снимать вообще все, что угодно. Я снимаю адекватные вещи, понимаете? Потому что если вы сейчас зайдете в какую-то книжку, в эту там, как называется, там, кодекс, не кодекс, я имею право снимать все, что захочу и где захочу. Еще и кого захочу, понимаете? А вы сейчас вот говорите, я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, вызывайте полицейского. Вызывайте полицейских. Я хотел сказать, что вот вы меня будете снимать, если вы хотите. Да? Конечно. Нет. Вот он подкованный. Я как бы не читал всю эту хрень, Андрюха подковался. Мое согласие нужно. Откройте Конституцию Российской Федерации. Мое согласие нужно. Мы снимаем с ним. Это моя личная жизнь. Ладно, давайте мы завершим тогда. Все, я завершаю просто. Завершайте. Привет. Ништяк все. Вы помните? Конечно, помню. Короче, все. Давайте завершаем, раз нам... Сколько мы наснимали-то, хоть скажи. Он его спросил. Он был у меня в видосе. Ничего не отдал. Да пофигу, пофигу. Почему ничего? Я на два вопроса ответил. Давай, иди сюда, ответишь сейчас на другой вопрос. Давай, иди сюда. Давай ты отвечай. Пока, короче говоря, пока охрана не подошла, не подглядывайте сюда. Охрана ничего не сделает, я с ними договорюсь. Все, все, у нас есть телохранители. Да. Поехали. Как называются противоположные по значению слова? Противоположные. Короче... Я вообще не знаю. Давайте второй вопрос. Хрен с ним. Сегодня у нас новогодняя рубрика, можно все что угодно. Событие, которое произошло в 1380 году. Была война с Туркменией и Россией. Ладно, короче, иди. Все, давай, давай, иди. Иди, чтобы мои глаза тебя не видели. Так, съемка. Съемка здесь запрещена. Съемка запрещена. Вы почему снимаете меня? Блин. Нельзя. Съемка. Сейчас вызовем полицию, милицию. Короче, давай вопросы буду задавать себе. Давайте оба отвечать. Нет, давайте мы будем отвечать. Почему? Почему? А смотря, вот видите, вот такой кипиш, короче, может быть, когда снимаешь всю эту хрень. Тема вообще без разницы. Ага. Поехали, ты не подсказывай. Все, ладно, ничего. Имя легендарного короля Англии, героя рыцарских романов. Рыцарских? Не подс... Ты там не гуглить кто там. Я сам вспоминаю. А вообще, Юдача, я просто хотел показать, что я вас нашел. Да? Он бы ответил бы точно. А я нет. Все тогда, до свидания. Да-да, сейчас мы снимаем концовочку, поздравляем всех с Новым годом и все, окей? Да, все, ребята, съемка запрещена, все, уходим, все, уходим. Уходим. Да, давай сфоткаемся. А? Дон Кихот? Артур. Артур? Пирожков. Нормально. Давайте сфоткаемся, давай. И все, да, нет. Давай. А можно втроем сфоткаться? Да, давай, давай. Не, не, да. Давай, давай, сфоткаемся. Давай. Удачи. Сейчас поздравлю людей с Новым годом, да? Просто, ну, стоит охрана рядом, поэтому не получается, как бы, все это сделать хорошо. Ребята, это последний выпуск в этом году. В 2018 году это последний выпуск. Я не знаю, может быть, к этому числу, когда я все это вот выкину, уже будет лям подписчиков. Ну, кто знает. Но на самом деле это даже не важно, потому что вот то, вот о чем я говорил, про вот эти лям подписчиков к Новому году, это вот слова-то нужны были для меня. Это тот вот пинок, пинище под зад, который я сам себе давал для того, чтобы заднюю не давать и пилить выпуски каждую неделю. Вот, работать в этом плане, в этом направлении. И поэтому я сейчас, ну, честно признаюсь, я этим занимаюсь сейчас прям конкретно. И моя единственная работа – это вот YouTube, это те видосы, которые вы смотрите здесь, на канале Негодяй ТВ, и те видосы, которые вы смотрите на вджобывателях. Поэтому с Новым годом, там, с наступающим. Всем вам респект и уважуха. Спасибо, что смотрите вот эти вот видосы. Все это делаю для
вас, ну и для себя, конечно, потому что эта работа, она приносит бабосики, и я занимаюсь только вот этим. И к новому, следующему году, вот именно на этом канале, будет 3 ляма подписчиков. Вот, к черту, все, 3 миллиона. Все, скажу вам еще, вот на меня смотрит Андрюха, что в Инстаграме, заходите в Инстаграм, там negod.tv, и я также там разыгрываю лавешку, я делаю прямой эфир, и там все по красоте вы увидите. Поэтому монтажа не было. Сколько там времени, Андрюх? 25,5. Ничего себе, сейчас типа, вот Негодяй ТВ там, и там музон. Спасибо большое, что дали нам возможность допилить этот видос до конца. И поэтому, да, все. Всем пока. До свидания. Buenos días, amigos. ¿Por qué? Блин, ужасно, ужасно. Бро, можно тебя на секундочку? Заметьте, никто не хочет базарить со мной. Вот, смотри, толпа кренделя идет. Здорово, пацаны. Побазарим немножечко на камеру. А? Нет? А кто фотогеничный у вас? Лавешки можете срубить немножечко, очень быстро. Нет желания? Окей, окей, давайте. Стесняшки какие-то редкостные попались вообще. Ладно, о чем я там говорил? Говорил о том, что... Бля, мне не нравится. Я, короче, немножечко растревожен тем, что это все будет без монтажа. Не нравится мне, бро. Не нравится. Что поделать? Что поделать? Вот это работенка. Ладно, пойдем. В школе как учился или учишься? Плохо. На тройке? Да. Ты-то нам и нужен. Так, подожди секундочку. Короче, смотри. Имя мужика, который завалил Дантеса. Фиг его знает. Все, ты проиграл. Все, выходим. Уходим дальше. Видите, я так переживаю, что неправильно задал ему вопрос, потому что нужно было задать вопрос себе мужика, который завалил Пушкина. 7, я горю. 7, 50, я перегораю. Я должен что-то подумать, осознать и заново начать эту движуху. Понимаешь? Фу. Все, я дышу. Я собираюсь с мыслями. Собираюсь. Come on. Everybody. Come on. И я понимаю, что в целом я могу вырезать то, что было до этого. Нет. И захуящить. Если увидеть тебя таким, какой ты есть, да? На самом деле. Просто идет какой-то трёшь-мнёшь беспонтовый, дешевый. Это же ужасно. Блин, вообще, прикинь, я расстроен. Я по-другому себе все это представлял. И атмосфера не та. В галерее мне больше нравится снимать. Здесь какая-то борода вообще, мука. Никого нету народа. Очень смешно, девочки. Прям обхохочешься. Одновременно добрый и гордый. Я достойный враг, кстати, и в дружбе годный. Я дитя солнца, а не камень подводный. У меня нет гривы, но я лип. У меня нет гривы, но я лип. Но я лип. Но я, но я.